В период пандемии у сотрудников ДШИ «Горки Ленинские» случались маленькие радости. Сначала сюда привезли несколько народных инструментов, потом одно пианино, и вот под Новый год еще подарок. Это государственная программа, национальный проект «Культура». Действительно замечательный проект, очень помогает таким бюджетным школам, маленьким школам, как мы, допустим, у которых нет собственных средств для приобретения шикарных, качественных, дорогостоящих инструментов. С некоторых деталей пианино еще не сняли предохраняющие заводские наклейки, но на нем уже активно ведутся занятия. Благо, что играть на новом инструменте – одно удовольствие. Старые инструменты, они глухие, они вот как в подушку, понимаете, вот такой вот… А новый инструмент и объем, и звук. Вы знаете, вот как солнце или как через матовое стекло смотришь на это солнышко. Ну. Название «Кавай» большинство обывателей мало что скажет, но специалисты знают, что эта фирма из страны восходящего солнца уже более века производит музыкальные инструменты самого высокого качества. Их создатели живут в Японии. Был отец, потом сын, потом внук. Делают эти инструменты. Каваи – такой инструмент, вот он не только такой мягкий звук, красивый, он еще внешний какой, посмотрите, красавец. И мне кажется, ученики будут с удовольствием играть на этом инструменте. Инструментов в детской музыкальной школе прибавляется, а вот пространства нет. А к такому пианино хорошо бы и кабинеты подходящие. А потому к Дедушке Морозу у сотрудников заведения уже есть просьба. В этом году нам 55 лет, и хотелось бы нам иметь уже свое собственное помещение. У нас сейчас предновогоднее время, время чудес. Мы очень надеемся, что это реально. Действительно, под Новый год хочется верить в чудеса, а если сильно верить, то все обязательно сбудется. И новые замечательные инструменты получат еще и новый дом. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.